Анна Герби. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, наверное же существует магия на засолку капусты и других овощей? Да, существует магия. Смотрите, магия, она такая смешная. Когда будет полнолуние, необходимо взять гвоздь железный и его вбить так, чтобы луна светила, и необходимо гвоздь железный вбить в землю. После того, когда луна сойдет, начнет убывать, гвоздь необходимо достать и его положить в подвал. Вот если будет в подвале, из него можно, кстати, выковать кольцо какое-нибудь или сделать из него подковку, там червячок, я не знаю, что хотите. Если вот такой гвоздь положить себе в подвал, то никогда не будет портиться ни капуста, ни соленья, ни все остальное. Это проверенный такой метод, он действительно работает, мне очень нравится. А, почему-то вспомнил за коня. Есть такой обряд, который в субботу делают. Берут подкову черного коня, и в субботу берут эту подкову, и из этой подковы у коваля, как его... Коваль правильно говорит, да? Есть такое слово коваль? У кузнеца, вот. У кузнеца дают ему эту подкову, и кузнец должен выковать кольцо. Это кольцо необходимо одеть на мизинец любой руки. Если носить на мизинце любой руки, на протяжении нескольких недель исчезают все камни в почках. Проверено ли это? Да, я знаю это 100%. Народный способ по устранению камней в почек, я их знаю тысячи. Один из самых эффективных — это использование двух растений. Одно называется, ну, простых каких-нибудь, одно называется рыльца, а другое название еще баронец или трибулус. Необходимо высушить одно и другое, между собой смешать в равной пропорции. Одна столовая ложка вот этой смеси на стакан кипятка, пьется этот кипяток один стакан в день, какого бы размера у вас не были камни, принимаете на протяжении 2 месяцев, идете к врачу, камней не будет. Проверено вот на 100%. Можно ли приобрести трибулус и можно ли приобрести траву... рыльца, и одно и другое можете приобрести, связавшись с операторами моего сайта. Я вам продам.